мы представляем Белорусский национальный технический университет. Это ведущий технический вуз страны. Представлены два факультета: машиностроительный и механико-технологический факультет. На нашем факультете обучаются граждане 7 стран. На данный момент на машиностроительном факультете обучается около 50 иностранных студентов. Целая группа граждан Китая. Студенты обучаются с Турции, Шри-Ланка. Ведется обучение на английском языке. То есть все программы, которые можно принять участие для иностранцев, можно ознакомиться на сайте БНТУ, зайти на факультет международного сотрудничества, учебные программы и узнать всю информацию о сроках, о стоимости обучения на наших факультетах. Замечательно. Вот такая вот... Да, такой... Такие газеты выпускаете, да, газеты, Вести, БНТУ. Здорово. Ну, вот, типа разворот можете снять. Угу. Если вы будете монтировать. Ну, так визуально просто, что это какие проходные баллы, в общем, какие факультеты. Так, машиностроительный факультет, БНТУ. Спасибо большое.